Между тем, поток мигрантов в Европу бьет новые рекорды. Только за минувшие сутки греко-македонскую границу пересекли более 5500 беженцев. Это в два раза больше, чем обычно. Страсти накаляются и на венгерской станции Бичке, недалеко от Будапешта. Как заявили в Международной организации по миграции, там царит полный хаос. Во время самой масштабной за последнее время облавы спецназ останавливал поезда и с боем высаживал из них мигрантов, тех, кто несколько суток осаждал главные железнодорожные ворота Будапешта. Людей отправляли во временный лагерь. Однако некоторым удалось пробраться обратно и забаррикадироваться в вагонах. Многие мигранты опасаются, что, получив документы в Венгрии, не смогут проехать дальше, и поэтому наотрез отказываются проходить регистрацию в том самом лагере. Они позволили нам купить билеты, а потом остановили нас здесь. Зачем? Мы бежали сюда от войны и теперь должны умирать здесь? Нет, тогда лучше позвольте нам вернуться и умереть на родине. Это уже кадры с греческого острова Лесбос. Там около 200 нелегалов начали забрасывать полицию камнями, пытаясь прорваться на паром, отбывающий на континентальную часть Греции. Для разгона толпы в ход пустили слезоточивый газ. Есть пострадавшие.